Дорогие евреи города Франкфурт, мы все хорошо знаем сейчас ситуацию, которая происходит в мире, война на территории Украины. Полгода назад у меня была честь, и я вышел в шлихут Ребе, чтобы здесь помочь еврейской общине города Львова. В последние дни к нашему городу едут сотни тысяч беженцев, евреи, израильтяне со всей Украины, чтобы покинуть страну через границу в Польше. В этот тяжелый период мы стараемся помочь каждому, все, что нуждается в еде, находит место, где спать, и как попасть в границу с документами и все прочее. Так как я учился в городе Франкфурт, в Ешиве Гдойле, у раввина Авлин, у раввина Гуревич, я знал вас хорошо, близко, ваши теплые сердца, как вы готовы всегда помочь всем. Прошу я вас, помогите нам, помочь всем тем евреям, которые сейчас нуждаются в нашу помощь. Спасибо большое.